Итак, познакомимся теперь с реализацией строгой версии левой свертки, именно той версии, которую рекомендуют использовать во всех ситуациях, когда используется левая свертка. Давайте сначала возьмем не строгую версию и перепишем ее немножко в другом виде. Вот перед нами не строгая версия, та, которая у нас была на прошлом степе. Мы сделаем следующее. Вынесем вычисление вот этого вот инициализирующего значения в предложение where. Обзовем его init-штрих и определим его здесь. Такое определение удобно, потому что init-штрих — это именно то, что нам нужно форсировать при вычислениях. Дело в том, что на первом шаге свертки все, что нужно для вычисления init-штрих, уже известно. Значение init для предыдущего шага известно, голова списка известна. Соответственно, мы можем вызвать нашу функцию и вычислить ее. Таким образом, у нас не будет накоплено длинное отложенное вычисление, а каждый раз, когда у нас вычисление возможно сделать, оно будет делаться. Для этого у нас есть инструмент, оператор sec, который позволяет форсировать вычисления. Строгая версия левой свертки называется foldable-штрих, присутствует в модуле data-list и может быть оттуда импортирована, и ее рекомендуется импортировать. Foldable-штрих реализовано ровно так же, как предыдущая версия. Единственное, что значение init-штрих мы с помощью комбинатора sec, вычисление его мы форсируем. Мы говорим вычисли init-штрих до слабой заголовочной нормальной формы, а потом выполни вот эту самую левую свертку, передавая туда init-штрих. А поскольку init-штрих представляет собой некоторое выражение, то это выражение будет приведено к слабой заголовочной нормальной форме. Ну, если это выражение, скажем, представляет собой оператор плюс на двух числах, то, естественно, оно будет доведено до значения. А если это более сложное выражение, то здесь могут остаться невычисленные подвыражения. Но в большинстве случаев выражение будет вычисляться до самого конца. Итак, вот так вот реализуется функция foldable-штрих. Она более эффективна, чем foldable, и не содержит никаких недостатков по сравнению с foldable.